Тополіны пух, спякота і алергія. Пачаўся сезон цвіцення таполі. Але рамантычная карціна лятаючага ў паветры пуху наўрад ці уразіць людзей, якія пакутаюць ад сезоннай алергіі. Гараджане расказваюць, дыхаць стала амаль немагчыма. На вуліцы пух увесь час трапляе ў вочы і нос. Насамрэч, распаўсюджаная думка, што насенне таполі выклікае алергію, не больш, чым міф. Дзіўны факт. Сам па сабе тополіны пух гіпаалергенны. Ён не здольны справакаваць адказ імунітэту ні пры якіх абставінах. Спецыялісты расказваюць, сезонную алергію выклікае мікраскапічнае насенне палявых раслін, якое ветрам выносіць у горад. Пыльца тополя не является аллергенной достаточно, не попадает на слизистые оболочки, больших проблем, как правило, не вызывает. Больше, возможно, неприятное ощущение от попадания на кожу лица или там в нос, конечно, человек будет чихать, но как таковой проблемы не вызывает. А вот то, что невзрачно, казалось бы, не вовремя скосили, это тимофеевка, овсяница, костер, мятлик и другие луговые травы вызывают вот эту массу проблем. І працягнецца это, к сожалению, по времени еще до середины июля, как минимум. Зараз урачы рекомендуют аллергикам не з'являться у местах массового цветения. Гэта, например, луг, лес и загородные дачи. А так само не забывать о приеме антигистаминных препаратов, якія прописал вам урач. И, вядома, коли вас турбует сезонная аллергия, обовязково звернитесь до своего участкового урача.